Всем доброго времени суток, и сегодня у нас на обзоре ботинки Z8S GTX от компании Lowe. Ботинки созданы для сложных условий и идеальны для долгих переходов по пересеченной местности с тяжелым рюкзаком на плечах. Основной материал ботинок – замша и кордура. Носок ботинок оборудован специальным отростком подошвы, который заворачивается на верхнюю часть ботинок, защищая при этом замшу от грязи, повреждений и преждевременного промокания. Сбоку видна отличительная особенность ботинок – ребра жесткости. Данная система – это часть подошвы, которая повышает площадь сцепления при движении по наклонной поверхности, защищает ногу от боковых ударов, вывихов и дополнительно поддерживает стопу. Подошва Lowe Cross имеет многослойную структуру и в меру агрессивный протектор, который хорошо цепляется за поверхность, особенно за грунт. Нурки фиксируются при помощи 8 пар петель, 7 из которых металлические. Внутренняя часть ботинок сделана из материала Gore-Tex, что делает ботинки непроницаемыми для осадков, влаги, воды и даже непродолжительных погружений. В ботинках используется стелька с функцией климат-контрол, которая отводит влагу и дает стопе дышать. Ботинки производятся в различных расцветках. А на этом все. Выбирайте одежду и снаряжение правильно.